продолжение нашего цикла «Нарофоминск освобожденный, Нарофоминск современный» мы публикуем фотографию, сделанную с улицы Ленина. Автор фотографии и точная датировка нам, к сожалению, неизвестны. В левой части военного фото мы видим очень хорошие ориентиры привязку – подъезд многоквартирного дома. После некоторых размышлений мы пришли к выводу, что подъезд принадлежит нынешнему дому номер 11 по улице Ленина. Удостовериться в этом нам помогло сопоставление сохранившихся фотографий городских домов и немецкой аэрофотосъемки. Печные трубы на фото остались от сгоревших бараков. Эти бараки хорошо просматриваются на немецкой аэрофотосъемке 1941 года, до того, как они были разрушены. Кадр очень хорошо передает атмосферу опустошения, которую гитлеровские войска оставляли после себя на бывших оккупированных территориях. По сути, подавляющее большинство деревянных построек в городе были сожжены. Историческое фото предоставлено нашему отряду сотрудниками Нарофоминского историко-краеведческого музея, за что им отдельная большая благодарность.